28 ощущения на улице. А мне сейчас придется разгребать автомобиль. Вот смотрите, за сутки как замело. Ах, никто не катается на лыжах при такой температуре. Сумасшедшие только катаются. Ну что, поехали. Вот это север Канады, вот это да. Вот здесь зима. А мы через пару дней едем на юг Канады, в сторону Америки. Ниагара. Говорят, Ниагара тоже замерзла. Мороз там. Ну, посмотрим. Там сын отдыхает на коттедже. В другой стороне Рица Онтарио. Все, ребята, спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Всем приятных выходных. Еще раз с новым 2018 годом. Всех земных благ вам.